В Институте международных отношений прошла встреча студентов с генеральным консулом Республики Узбекистан Фаридином Насриевым. Центральной темой обсуждения стала культура Узбекистана. В Республику Узбекистан Навруз исправляется широкомасштабно. В каждом уголке, в каждом доме, в каждом районе его исправляют. И также мы его широко отметили здесь, в прекрасном городе Казани. Многие народы с приходом весны отмечают праздник Навруз. В Узбекистане он также является важной частью культуры. С персидского языка «навруз» означает «новый день», ведь он посвящен приходу весны, а значит обновлению. Для некоторых народов данный праздник даже равносилен Новому году. Вы знаете, на «навруз» у нас в этом году дали 5 дней выходных, и все, естественно, поехали навещать своих близких, родственников, друзей, готовили плов праздничный. Кроме этого, у нас есть традиционное национальное блюдо, также готовится специально «навруз», это сумаляк. Его тоже готовили. Данная встреча прошла в рамках казанской модели Организации Объединенных Наций, организатором которого является Институт международных отношений. Мероприятие подарило прекрасную возможность познакомиться с культурой Узбекистана и ближе узнать менталитет страны. Лилия Шайхутдинова, Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.